Привет, привет, все мои дорогие любимые подписчики. Вот такая у нас сегодня замечательная погода. Посмотрите, как сегодня солнечно. Душа поет, хочется все делать. Сейчас пойду. Не хлебом единым сыт человек. Пойду сейчас убирать свой сарай. Там такой бардак за зиму накопился. Пойду сейчас все разгребу. Надо почистить все углы. Скоро пойдет огород. Будет некогда всем этим заниматься. Так что вот такие дела. Был же у нас снег 2 дня назад. Видите, цветочки мои подбило. Все сбитые летчики. Уже они головы свои отпустили. Так что, наверное, еще несколько дней полюбуемся и все. Здесь сажала тоже цветы однолетние, пока ничего не взошло. Но еще рано, там написано в течение 7-8 дней они что ли всходят, только всходы. Вот розочки, что я пересадила, все они принялись, видите, уже цветочки, лепесточки пускают, эти бедные розы, куда я их только не пересаживала. Ну, вроде вот все, придумала для них место постоянное. Ну что, пойдемте в мой сарай, посмотрим, что там творится. Хочу все разобрать. У нас 4 таких отсека в сарае, он длинный. Но это лично мой. Сюда никто не заходит. Вот это кровать, это мы когда этот, ну, в огороде поработаем, лежим здесь, потом отдыхаем, чтобы в дом не заходить грязными. Вот это мое святое святых. Мои баночки, скляночки все, семена. В общем, все здесь я храню. Также и банки я тоже, когда накручу, выношу сюда. Это вот все, что осталось у меня с закруток. И вот здесь чуть-чуть. Ну, все раскидано. Видите, бардак полнейший. Надо все убрать сейчас. Это гарнитур кухонный, старый моей свекрови. Это мы привезли, пока для сарая пойдет. Здесь поставили. Вот. Шифонер хочу перебрать. Тут ужас тоже, что творится. Здесь летние. Ну, такие мы домашние вещи летние. Там зимние выносим. Здесь храним. Это тоже сейчас переберу, разберу. Вот такой у меня старинный сундук здесь. Сюда я складываю пока зимние куртки. В доме негде хранить. Ну, в общем, вот такой у меня сарайчик. Бардак сама же и навела здесь. Никто сюда, кроме меня, не заходит. То кину, это кину, то вот и звездку, видите, рассыпала. А, это мои весы, которые я вам говорила, что живут своей жизнью. Списала я их в сарай, пока там посмотрим на их поведение. Ну, ладно, все. Начинаю, приступаю. Покажу вам потом конечный результат. Все, закончила я уборку в своей святая святых. Вот это все, что у меня осталось из зимы. Мои закрутки вот здесь. Ну, больше у меня огурцов осталось. Огурцы, помидоры в перемешку. 2 банки томата. Ну, ничего, немного. Но мы уже не доедим это все. Не знаю, может, кому-нибудь раздам, отдам. Надо крутить свежее. Все, вот так я все поскладывала. Все мои баночки. Люблю, когда вот в банках. Ну, вообще, даже это если взять сарай, чтобы в сарае тоже был идеальный порядок. Если что-то не в порядке, у меня на душе неспокойно. Все, вынесла я отсюда кровать. Не хочу я, чтобы сюда кто-то заходил. Перенесу, наверное, в другой сарай. Сейчас в другом сарае тоже наведу порядок. Все, здесь тоже все поскладывала. Мои опрыскиватели, все это мне понадобится, все это нужно. А эти коробки я храню под всех гаджетов, все, что покупаем, год пока на гарантии у меня все лежит. Вот эти наши 2 Honor телефоны. А вдруг, а мало ли и пригодится. Ну, в общем, вот так вот моя сараюшка теперь выглядит. Чистенько, аккуратненько. Люблю минимализм вообще, чтобы мало всего было. Не люблю хлам. Все жгу. Муж у меня наоборот. Все это все любит хранить. Пока его нету, я жгу костры. Все выкидываю, все выбрасываю. Я считаю так, если год вещь не одел, потом она тебе уже не пригодится. Все в шифонере тоже переложила. Тут все поскладывала. Ну, это такие наши домашние летние вещи. Кое-что в пакетах. Ну, в общем, вот так. Теперь мне все понятно, где что у меня лежит. Этот принтер тоже не знаю, куда что-то он перестал у нас работать.
Не знаю, делать, не делать, убирать, не убирать. Все, вон кострище горит. Пока муж там впереди двора машиной занимается, я быстрее все подожгла. Пока он не видел, у него паника начинается. Ой, а это же можно на тряпочки, а это же на лоскуточки. Думаю, я говорю, какие нафиг тряпочки? Тряпочки вон микрофибру продают набор. Купил 3 штуки и пользуйся. Тряпочки, мряпочки. Здесь тоже пока кровать вот так все выгрузили. Сейчас перенесу в следующий сарай. Вот это второй сарай. Сейчас мы его тоже разгребем, уберем. У меня фасоль осталась с того года нечищенная. Сейчас добьем, дочистим. Все, и сюда я, наверное, перенесу кровать. Столик какой-нибудь поставим. И с огорода будем, когда приходить, здесь будем отдыхать. Моя Алюшечка мне помогает. Все, сейчас расхламимся. Ну все, на этом. Всем пока-пока. До следующего видео.